Революцию в сфере электромобилестроения сопровождают торговые конфликты. К борьбе за глобальный рынок лучше всего готов Китай. Чтобы сократить отставание, автоконцерны в США инвестируют огромные суммы в расширение производства. Они хотят сформировать сеть поставщиков и сделать это как можно быстрее. В Спартенберге, штат Южная Каролина, расположен крупнейший в США завод немецкого автогиганта BMW. Каждый день тут собирают около 1500 машин. Автоконцерн решил потратить 1 миллиард евро на переоснащение завода для производства электромобилей. BMW лишь один из целого ряда автопроизводителей. Ford, General Motors, Toyota и Honda намерены выделить $1 миллиард на строительство заводов по выпуску аккумуляторных батарей. Свои производственные мощности в Мексике планируют расширить Volkswagen вместе с дочкой Audi, а также Peugeot и Fiat. Летом 2022 года в США приняли закон о снижении инфляции. Почти $370 миллиардов было решено направить на развитие альтернативных источников энергии, модернизацию энергетических сетей и производство электромобилей. Дело в том, что на транспорт приходится почти треть всех выбросов СО2 в США. В то же время переход на электромобили в США замедлился. В Европе, но особенно в Китае, этот процесс идет гораздо быстрее. Тем не менее, цели у США амбициозные. Уже к 2030 году доля электромобилей на рынке должна вырастить как минимум до 50%. Для сравнения, в прошлом году их доля составляла лишь 8%. Способствовать этому должны налоговые льготы для экологически чистого автотранспорта. Они станут дополнительным стимулом для покупателей пересаживаться за руль электромобилей, а для производителей – выпускать именно такие модели. Это важные импульсы для всей автоиндустрии США. Проблема в том, что без дополнительной поддержки производители в Америке уже не в состоянии угнаться за Китаем. Это сигнал для всей цепочки производства электромобилей. Интерес большой, даже скорее нетерпение, восторженность. Поэтому инвестиции будут. За первые 3 месяца после вступления нового закона в силу инвестиции автопроизводителей возросли до 33 миллиардов евро. Сформировалась цепочка поставщиков, которые разбросаны по всей Северной Америке. Основой стало североамериканское соглашение о зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой, направленное на устранение торговых барьеров. Профсоюзы не хотели, чтобы в цепочку поставок попадала и иностранная продукция. Они настаивали на том, чтобы компоненты, доля которых составляла бы 2/3 стоимости автомобиля, выпускались исключительно в Северной Америке. Это решение позволило создать на североамериканском континенте производственную цепочку, которая сделала Мексику крупным игроком в сфере автопроизводства. Мексиканская автопромышленность весьма передовая в технологическом отношении. Страна занимает уже 6-е место в мире по производству автомобилей. В Мексике действуют 24 завода, где собираются машины или производятся автокомпоненты для крупных автоконцернов. И все они готовятся к тому, чтобы заняться производством электромобилей. При президенте Дональде Трампе условия североамериканского соглашения о зоне свободной торговли были пересмотрены. Он повысил минимальную планку для комплектующих из этих 3 стран до 75% от стоимости автомобиля. При этом и сборка автомобилей должна производиться в США или в других странах зоны свободной торговли. А с 2025 года импорт автокомпонентов из Китая должен быть дополнительно ограничен. Проблема в том, что Китай – мировой лидер по производству литий-ионных аккумуляторов. В этой сфере США безнадежно отстали от КНР. Наладить производство сложно, прежде всего потому, что поиск сырья в США и других странах Северной Америки – задача крайне трудная. По мнению экспертов, этот процесс займет еще немало времени. Мы не видим быстрого решения для этого ключевого элемента во всем процессе производства аккумуляторных батарей, если будем настаивать на том, что не хотим больше сделок с Китаем.
И это не единственная проблема. Всех работников нужно переучивать, а кроме того и нанимать новых. На заводе BMW в Спартенберге ключевую роль при переходе на электромобили играет подготовка кадров в области роботики и электромобилестроения. Производить электромоторы вместо двигателей внутреннего сгорания – это не просто изменение. Это кардинальная перестройка всего процесса автопроизводства. Электромобиль по-другому сконструирован, его по-другому собирают. Это касается всего, из чего состоит электромобиль. Поэтому мы заново обучаем своих работников, начиная от логистики и всех, кто имеет дело с теми частями машин, которых затронет переход, кончая теми, кто контролирует качество продукции. От Японии и Индии до США. Сейчас повсюду обучению персонала отводится центральное значение. Получать субсидии из Вашингтона автомобильным производителям США очень выгодно. Но им еще надо будет доказать, что и без Китая они смогут сохранить конкурентоспособность и наладить массовое производство электромобилей.